Чебоксарах прошел всероссийский турнир по гиревому спорту. Именитые спортсмены и любители соревновались за призы народной газеты «Хыбар». Всего в состязаниях приняли участие около 300 спортсменов разных возрастов и категорий. Из года в год лучшие атлеты из разных регионов страны приезжают в Чувашию, чтобы помериться силами. Спортсмены из 15 регионов, в том числе из Ульяновской, Самарской, Кемеровской областей, а также республик Мордовия и Мариэл, в течение 2 дней соревновались в силе и выносливости. А ветераны спорта не только проявили свое мастерство на площадке, но и устроили показательные выступления. Стоит отметить, что первый турнир состоялся 33 года назад и с тех пор стал традиционным. Интерес к непростому виду спорта проявляется не только парни, но и девушки. В этом году мы вернули, можно сказать, в родные пенаты. Почему в родные пенаты? Именно сельхозакадемия, именно его воспитанники являются самыми у нас титулованными спортсменами среди гиревиков. Одновременно с турниром газеты «Хыпар» были разыграны награды чемпионата и первенства Чувашии в гиревом спорте. Многолетний опыт тренеров и целеустремленность самих атлетов помогла сборной сельхозакадемии одержать победу в общекомандном зачете. Спортсмены из Ялчиковского и Чебоксарского районов также заняли призовые места. Татьяна Филатова, Республика.